Всем привет, друзья! Я приняла душ, тканевую масочку на лицо положила. Мы уже пообедали, Сабиночка учит уроки. Вечером мы идем в гости к родным на Бешбармак. Тут Симбочка. Что ты хочешь, Симба? Ну, нельзя, нельзя. Он очень любит крема, масочки. Посмотрите, что делаешь. Ну, что ты делаешь? Ну, нельзя, малыш. Малыш, нельзя. Вот он вот обожает. Посмотрите, что делает. Малыш, нельзя. Тебе не хватает витаминов или что? М? Очень хочу спать. Вчера мы поздно вернулись. Я уснула где-то в 3:30 утра. Проснулась в 7, провела дочь в школу, потом приготовила завтрак, мы с сестренкой позавтракали, и она уехала на работу. Вот. А у меня 8 часов работа начинается онлайн. В общем, с 8 до часу дня я работала. Симба, тебе не страшно? Ну нельзя. У нас снова Бешбармак. Снова опять. Опять. Сор пассезуатр. Борсаки. Помашите на влог, Алушка. Say hi to my vlog. Ты в своем репертуаре. Привет, Ясоня. Как дела? Вот чай на хантере, да? Я вообще не люблю. О, 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 о! Пойдемте туда. Я, как всегда, со своим видео. Жендер, я отсюда. Съездим промах. Она 84-го года была. Ах, мы ее спасли. Что надо? Чендер. Ага. Алле, дай взрывай. Ай, я тебе. Че пожелаешь? Утро, Сабин. 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 Аяқтарын көп болсын, аяқтарын тоқ болсын. Бастарыз бәрін, уайым бәрін. Амин. Да! Баритон. И мы идем.
Давайте поднимем. Поздар. Ура! Добрый вечер, друзья. Сабиночка рядом. Я вышла из душа. Опухшая. Сходили за водой. Я приняла душ. Диана моя, Диана. Собираемся есть мороженое, которое привозила моя сестренка. Вот руки только дошли за 4 дня. Сейчас попробуем, потестим. Мороженое, вот как на картинке, точно такое же. Сладкий, вкусный, натуральный. В общем, манго, малина, все есть тут. Решила я лучше поесть Альпен Гольд. Я люблю сливочное чистое, либо сливочное в шоколаде, с орешками люблю. Вот, надеюсь, будет вкусно. Вот такой вот завтрак у меня. Доброе утро и приятного мне аппетита. Что-то увидел. Что-то увидел. Что-то увидел. Куда ты смотришь? Добрый вечер, друзья. Мы сходили в супермаркет Small. И вот что мы набрали. Здесь стебель сельдерей, зеленые яблоки, сулугуни сыр. Огурцы, помидоры, киви, бананы, лимон, картошка, хлебцы, салфетки, спрей для волос, шампунь, скраб для лица, гель, салфетки влажные и вот такую вот масочку взяла на пробу. И вот это вот все обошлось нам 16 200
с копейками. Мой помощник! Что? Понюхать хочешь? Понюхай. Добрый вечер, друзья. После того, как мы пришли с супермаркета, я решила позаниматься йогой. Доча тоже потренилась. Вот, я приняла душ, нанесла тканевую масочку, намазюкалась кремами, чувствую себя свежо. О, и буду смотреть турецкий сериал.